домашних животных от них в закрытом автомобиле. Если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите службу экстренной помощи по телефону 101 и 112. Сегодня у нас будет отдельно проходить женский кубок. Просто Наталья настолько крута, что она участвует и в мужском, и в женском кубке. Время. Ну, на самом деле, считается время самого... И там, кстати говоря, самые большие скорости будут развиваться, потому что ребята будут бороться каждый за себя. Здесь, наверное, всех фестивалей...
Вперед и вперед. И вперед и вперед.
Пошли, пошли. А, тем более перенос, конечно. Давай.
Thank you.
тебя сейчас обсох, нет? А? Все-таки да. По 50 рублей с Я не знаю.
Тебе прямо сейчас будет видно. Большой магазин Следующая станция – выставочный центр. Станция телец.
центр. Выход к железнодорожной платформе Останкино. Начало ближайшей экскурсии в 10 часов 30 минут. Поторопитесь, вы посетите возможность, уникальная возможность побывать на гостиничьего монастыря, полюбоваться на красавице Москве. Более подробный маршрут экскурсии. И присоединяйтесь к нашей группе. Начало ближайшей автобусной экскурсии в 10 часов.
такой из здесь вот все собирается вместе. Здесь вот все собирается вместе.